визитных ЭТЗ, общение с рабочими и местными жителями. Сергей Тегибко уверен, решить экономические проблемы необходимо одновременно с политическими. К харьковчанам обращается напрямую через ведущие местные СМИ. Заявляет, регионам нужно предоставить больше свободы. Это может быть дополнительные полномочия регионам. Нам надо это максимально конкретизировать. Мы это уже можем принять, скажем, как блок в изменения в Конституции, проголосовать за это. Необходимо решить вопрос с русским языком, принять закон о местных референдумах, но главное – это терпимость к противоположным взглядам. Если мы очень радикально будем реагировать на какие-то высказывания друг друга, если мы будем постоянно нагнетать ненависть и конфронтацию, мы будем играть на руку тем, кто извне, и тем, кто внутри, пробует нас разъединить. Урегулировать все конфликты необходимо мирным путем, уверен Тегибко. Татьяна Дотсяк, Владимир Борох, агентство телевидения «Новости».